Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. И у нас сегодня вот новое, ребята, событие — экстремальная зловещность. То есть получается, что у нас показывается, ребята, вот эта вот пятерочка персонажей из Людей X, которая будет, естественно, вводиться в игру. Некоторые есть, как вы видите, вот эти вот двое есть, Циклоп. И будет у нас вот этих три: Змей Ночной, потом Кузнец и кто-то там еще. В общем, пробная игра, друзья мои. Давайте посмотрим. Я хотел за кадром, но думаю, нет. Давай-ка я лучше сниму серию. Вы посмотрите, да я заодно посмотрю вторжение. Так, узри мощь и потенциал экстремальных людей X в показательной битве из рейда вторжения. Соответственно, ребята, это мне дают на пробу. Три игры. Кстати, я тебе скажу, очень даже неплохие награды. Поехали. Так, ну что же, давай смотреть, как эта команда вообще работает по синергии и по урону. Естественно, мне дадут довольно сильных персонажей, прокачанных уже. Но враг будет тоже, ребята, ну, слабее, конечно, чем я, но не настолько, чтобы прям вообще его разобрать на изи. Хотя, кто его знает. Но мне просто интересно посмотреть, что это за новые бойцы и стоит ли вообще эту команду брать на будущее, копить на нее. Воу-воу-воу-воу. Стоп. Ребят, что-то вы тут как-то вас тут дофига. Так, давай первую скорость сделаем, чтобы нам было лучше все это смотреть. Так, Дораму. Так, ну я смотрю, ребята, ночной змей прыгает. Ага, отскакивает от одного к другому. Бьет даже уже пораженных бойцов. Так, а это у нас воспламенился. Солнечный удар накладывает на основную цель блокировку способности, наносит основной и ближайшим целям 420 урона и накладывает замедление. Ни хрена себе, ну-ка. А у него иммунитет. Ядрен матрен, вот это он вжарил. Слушай, очень неплохо вжарил, на самом деле, своим солнечным ударом. О, циклопчик. Ну-ка. Да, вот это, конечно, у него удар вообще имба просто. С какого фига они возвращаются обратно? Я что-то не всосал. С какого перепуга они возвращаются на место? Так, выигрышная комбинация. Ну, давай. Бросай картишки. Хорош, нормально так разыграли. Ну, я так понимаю, ведьма тут нам не в указ, не в удел. Кого бы нам убрать? Наверное, смерть пул надо убрать отсюда. Что он делает? Ага. Отлично. Отлично подбросил минку, взорвал ее в воздухе. Соответственно, она нанесла массовый урон. А, у него подкрепление тут прибыло. На-ка в ответочку. Слушай, нормально у них. Довольно неплохая, ребят, синергия. Они друг друга дополняют очень хорошо. Очень хорошо. Так, на, всыпал ей. Да подожди, с какого перепуга-то она возрождается-то? Ну, сейчас мы вам устроим. Так, вот сейчас посмотрим новую способность. Что делает он? Наносит всем врагам 500% проникающего урона, а также применяет ко всем врагам следующие эффекты. Снимает все положительные эффекты, накладывает 2 заряда замедления и накладывает 1 заряд уязвимости. Снимает с основной цели все заряды готовности. Опупеть. Так, ну здесь, насколько я смотрю, ребята, есть отражение стоит. Значит, мы сюда будем применять. Слушай, ну он красавчик. Только эта мразь что-то никак не погибнуть не хочет. Смерть пул-то это. Так, картишки рассосовали. На нафиг. Слушай, ну имбовый чувак, кстати, вот этого. Я его что-то как-то не особо любил. Не, ну, точнее, даже его не прокачивал. Так, ну-ка давай посмотрим, что это такое.
Я так понимаю, этот парень имеет силу солнца. Ну, силу, блин, я не знаю. Мощь солнца, огня, или как это назвать-то? Вот и все, ребят. Вот так эта команда работает. Я тебе скажу, что работает она очень офигенно. Очень офигенно. И я думаю, что Люди X, благодаря вот этой вот добавке трех новых персонажей, я думаю, что они войдут, ну, уже в какой-то ранг. Потому что, помнишь, были в свое время тоже, ребят, некоторые команды, которые сейчас уже устарели, так скажем. Если им добавить новых бойцов, то, возможно, они еще что-то из себя, да, покажут. Ну что же, мы идем с тобой на следующий поединок. Опять же, эта команда, естественно, сейчас уже будут какие-то другие противники. То есть нам показывают вообще, как мы разбираемся с разными видами противников. Так что давай посмотрим, что здесь. Кто здесь будет? И как все у нас тут сложится. Главное, что мы на халяву еще получаем с тобой осколки на персонажей. Так, слушай, я тебе скажу, что та же самая команда. Абсолютно та же самая команда. Я не знаю, в чем тут подвох. Ну-ка. Ребят, я точно выбрал следующий бой? Я ничего не попутал? Так, ну тут можно уже, наверное, на третьей скорости, ребята, играть. Вот это мне нравится. Кровотечение, он еще кровотечение вешает, да? Так, что-то слишком как-то быстро. Так, давай-ка бомбочку кинь, свой парень. Воу-воу-воу, нифига он вырос. На, в ответку. Слушай, ну он здесь намного сильнее. Понятно, друзья. Здесь противник намного сильнее стал. Массовый зарядим. Мне нравится, как он картишки тусует. Ё-моё, там у них разрушение. Им нельзя использовать способности. Ну куда ты? Куда ты тут пришла? Так, well. Так, это что там? Смерть пул опять выпендривается. Но в этой команде, друзья, я не вижу медика. Хотя... Блин, вот это мне нравится больше всего. Сейчас будет 500 единиц, 500% урона всем. Плюс вешает уязвимость. Ты посмотри, они выжили. Раньше они упали бы от такой натуги. А сейчас нифига, ребят. Ну, очень много массовых атак. Что мне очень нравится, вот на этой команде очень много массовых атак. Прям вообще, как это, что это за новая фигня? Беззащитность. Этот персонаж беззащитен? Первый раз такое вижу. Беззащитен. Блин, не так легко их победить здесь. И они возрождаются постоянно. А что у нас тут циклоп делает? Так, игнорирует скрытность. Блин, он сопротивляется от драма. Поехали. Так, минус. Их четверо осталось. Так, ну, добьет он ее. Какая корявая, ты посмотри на эту смерть пул. Не хочет погибать, и все здесь. Ну-ка.
Не вижу, что там с ней стало-то. Живёхонько еще, ты прикинь. У нее, блин, защита от смерти срабатывает. На, сдохла, сдохла. Все, это последняя тройка, ребят. Но драму я так и не подбил. Давай-ка вот этого вот. Сэма. Лучом. Просто луч испепеляющий какой-то. Куда он делает? Куда он сейчас? Ну нифига. Замедление сделал, да? И вышел с преисподней. Ну я смотрю, у нас тут очень неплохо уклонение. Но я тебе говорю, нормальная команда, ребят, работает просто четенько. То, что, конечно, нас замедлили, это не есть гуд. Ну, Сэм, получи. Попадем хоть? Сколько там урона было? 162 тысячи или мне показалось? 315 тысяч. Там подлям был урон, значит. 607 тысяч. 607 тысяч урон. Ты представляешь, такой урон. Какой у них уровень-то? Левел-то какой? Не понял. Друзья, а вот этого я не понял. А почему мы проиграли? М? Мы не успели за отведенное время их забомбить, я так понимаю, да? Ну что же, хорошо, что здесь, по-моему, эти попытки не бесплатные у нас. Ну, не то, что бесплатные, а вечные, так скажем. Давай попробуем еще разок. А может быть, на автобой поставить? Автобой, наверное... Хотя мы как-то с тобой тогда играли на автобой. Автобой хуже сыграл, чем я. Причем в разы. Может, дораму не надо трогать? А вначале вот эти вот пешки, которые там вокруг него пляшут, завалить. Типа Эмми Фрост, вот таких вот. Смерть Пула. Давай попробуем так сделать. Мы уже сразу на них что-то ослабление атаки вешаем. Сразу же автоматически, ребят. Так, загорелся, да? Это там пока замедленное. Может, ртути достанется, пускай. Давай влуплять. Да уйди ты. Так, теперь бомбу, да, будем бросать? А, нет, подожди, не бомбу. Так, Эмма Фрост, в принципе, уже труп. На ней кровотечение висит. Она должна... Блин, взял и добил. Так, ну этот... Давай, наверное, вот так вот сделаем. Сразу двоих, наверное, уберем отсюда. Усиление атаки. Вжарил, да? Мы уклонились. Еще и по шее ему давали. Он, у него сопротивление идет. Фига мы ему вжариваем, ему пофиг. Дораму этому. Так, Уэлл тут выпендривается, да? Что-то мы этого Сэма не взлюбили. Мы с вами бомбим его и выебаем. Давай еще разок сделаем. Массовое. Перетусовали картишки. Матерый преступник. Что-то там. Блин, ну если третья стадия такая же будет, только еще сильнее. Ну я не знаю, как мы будем проходить ее, друзья. Время. Вон оно, время наше, ребята.
У нас 2 минуты на все про все. А реально ли это сделать? Притормаживание непонятное. Давай на автобой поставим, ребят. Просто хочу посмотреть, успеем мы. Так-то я просто думаю. Дофигище. Автобой без раздумки будет делать. Наверное. Это что сейчас такое было? У нас циклоп уже почти сдох. А что произошло? Чё, почему сменилось-то все? Я не могу понять. Блин, минута осталась. Да я за минуту не завалю их. Сейчас 6 секунд. Нет, невозможно, ребят, мне кажется, тут завалить их. Сорок шесть секунд. 5 персонажей осталось. Тридцать шесть секунд. Блин, какая-то нереальность. 30 секунд, ребят. Двадцать секунд. Да ну давай ты, 10 секунд, блин. Опять втроем они останутся здесь, что ли, блин? Как ты долго там своими картами тут тусует он, блин. Все, ребят, проиграл. Пипец. Нас больше, блин. Я должен всех, что ли, уничтожить? Да идите вы в пень, блин. Что за херня, блин? Это драму бесевый дол... дурачок, блин. Я не знаю, блин. Я их прокачать не могу, ребята. Никак вообще сейчас в данный момент. Еще раз попробуем. Еще раз, блин, попробуем. Что-то мы неправильно делаем. Может быть, вначале сделать ослабление им какое-то, а потом делать массовые атаки, а не сразу делать массовые атаки, как у меня получается. Потому что такое ощущение, что мы с тобой... как тебе объяснить-то? Просто, блин, промахимся. Я сейчас на автобой все-таки, ребят. С самого начала на автобой поставлю и посмотрим. Если он проиграет... придется самому. Слишком долго вот эта подготовка какая-то там идет. Вообще непонятная ни о чем. И на все про все, блин, 5 минут дают. Ну, сыграй как хочешь. Он долго так делает вот этот свой удар. Чик-чик, пока растусуют картишки, пока, блин, это. Ну, меня бесит. Да увалите вы эту ртуть, блин, я не знаю, там... Увел тоже такой долгий удар, блин. Там делает. Бесит меня это смертьпул. Но этот еще лезет сюда. Какого фига? Так, ему фрост завалили. Это, ребята, мы уже 1,5 минуты. Ну, почти 2 минуты деремся. Всего 2 персонажей убрали. 3.
Вот у них сейчас ослабление. Вот когда у них, ребята, вот это ослабление, нужно делать массовые атаки. По идее так. Я других вариантов, блин, я не вижу. На них висит, блин, замедление, ослабление. И все равно выпендриваются, ты понимаешь? Сейчас есть шанс, ребят, что кузнеца завалит. Да, автобой сыграл еще хуже, чем... Автобой сыграл еще хуже, друзья мои. Он вообще, блин, просто отдал бойца. Так, ну их осталось шестеро. Пятеро. Сейчас циклопа потеряли. Пипец. Автобой вообще... Вообще сыграл дебильно, ребят. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, вообще, вообще говно. Как же быть-то тогда? Ребят, знаешь, кто меня здесь больше всего бесит? Смертьпул. Вот именно в этой команде меня выбешивает смертьпул. Во-первых, ребята, она убирает защиту от смерти. Это раз. И во-вторых, она еще возрождается, по-моему. Блин, ну сам я буду тут 3 часа соображать, куда чего бомбануть. Короче, вот циклопом и остальными нужно делать вот эти вот их суперудары после того, как мы сделаем на них ослабление. Ослабление делает, по-моему, у нас... Шулер. По-моему, он. То есть нужно дождаться. После этого, ну, надо, блин, естественно, дождаться. А, видишь, у них, вот, ребята, в чем проблема. А, мы заблокировали. Нет, не заблокировали, друзья. У них как было, вот это вот. Наносит, и накладывает оглушение, кручение и беззащитность. У них у всех... стоит возрождение. У всех. Вон, видел этот Эмма Фрост? Вернулась к жизни. Так касается всех. И заблокировать, я так понимаю, это невозможно, да? Да вали ты нафиг, а? Как долго это происходит все? Как бы с них вот снять положительные вот эти эффекты? Она там что, отхилялась, что ли, это? Смертьпул, блин. По-моему, точно, ребята. Или кто-то ее захилял? Или она сама восстановилась из здоровья? Вот этот удар делать непонятно. А, Сэм. Ну, на них вообще куча всего, ребят, висит. Как ты мне дорогая, а, тварина. Поехали.
Давай этого Сэма валить. Ну, сможем пробить? Драму этот, блин. Он не сдается. Все, драму нету. Этой тоже ведьмы нету. Так, эту тоже убрали. Два осталось, ребят, два. Полторы минуты. Так, ртуть сейчас уничтожим. Я надеюсь. Он, гад, еще хильняется. Блин, что за щит тут смерти себе поставил, ты прикинь? Я буду сейчас долго ржать, если мы полторы минуты будем с тобой вот в этих дурачков валить. Вот это я посмеюсь. Да ты оборзел, что ли, не пойму, блин. На, же сожгли тварину, наконец-то, блин. Сейчас и Сэм доиграется. По-моему, прошли, ребят. Кровотечение там немерено на нем висит. Посмотри. Все. Блин, с горем пополам бьет. Сколько попыток я ушоркал, чтобы его завалить. Угу. И там еще третья пробка. Пробная, я имею в виду. Там, блин, я даже не знаю, что там будет сейчас. Если опять этот же состав, я не пройду. Ёптель-моптель, ребята, блин. Псих, псих. Псих. Ну вот это сейчас действительно, ребята, жесткое будет испытание. Фига они там туда воткнули всю команду этого архангела, или как он там. А с ней, блин, драться, это тебе не дораму. Оф. 240, что? Те были я даже не знаю, какого те-то уровня были. Опять же их 11. И тут провокаторов много. Блин, тут еще эта паучиха, ткачиха. Все, сразу же Красный Страж взял на себя провокацию, блин. Ну что, будем пробовать. Ну, конечно, Канг тут еще. Ой-ой-ой, вот бесявая паучиха, это бесява, ребят. Жги. Вот этот псих, вот этот, блин, Халк этот красный, это действительно, ребята, просто ярость какая-то. Слепая, я бы так назвал его. Ну что там думаете, это твою налево, блин. Это еще белочка, блин, херерочка лечит. Тут у них медик есть, ребят. Промахивается. Он промахнулся, блин. Вот ты дуст, а. Друзья, тут, по-моему, шансов нету. Мы... Вопрос, а как тут вообще? Мне циклопа уже убрали. Циклоп просто не выжил. Кого-то там иммунитет, блин. Тут единственное, что плюс, ребята, это то, что у них нет воскрешения. То есть они не воскрешаются. В отличие от предыдущей команды. Но здесь, блин, врагов, ты посмотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, этот еще появился тут. А, Красного Халка уже убрали. Так, получается, это последний, да? А чё так они рассыпались-то вдруг? Внезапно. Очень, ребята, внезапно они рассыпались. Они так рьяно начали и так
паршивенько закончили. Слушай, ну неплохо. Вот, ребята, такая вот команда. Ну, что я тебе могу сказать? Очень довольно сильная команда. Но, опять же, ребята, естественно, на прокачке, на фуловой. Но, тем не менее, они друг друга дополняют, как бы. Очень много массовых атак. Очень много. Фух. Так, ну что же, пробное. А здесь нам наверняка потребуется. Слушай-ка, а здесь ничего не потребуется. 50, давай. Саблезубый, что ты здесь делаешь? Сдавайся, и все закончится быстро. Найн, неужели ты забыл, что я могу быть где угодно? А что ты сделал? Ты никуда не уйдешь, пока мы не получим то, зачем пришли. Да? Мне здесь дали одного змея? Не, ну наверняка кто-то придет на помощь, скорее всего. Скорее всего, ребята. Но 50 карточек на ледяного человечка не помешает. Согласись. Это Курт Вагнер. Он же ночной змей. Его способность позволяет ему телепортироваться в любую видимую точку. Он играет важную роль в команде экстремальных людей Икс и очень силен в рейдах вторжения. Ночной змей заполняет шкалу скорости у себя и союзных людей Икс, проводит цепочки атак с бесконечной дальностью и возможностью возвращаться к уже пораженным целям, а также снимает со всех врагов положительные эффекты, нанося им при этом огромный урон. А один-то ты справишься, ночной змей? Отвали, Монами! Похоже, мы как раз вовремя, йоу! Как насчет вынести мусор? Ну давайте, болваны Икс! Ну так я же говорю, ребята. У нас пополнение. Так, а зря они на циклоп обычат. Ух, смотри, что сейчас будет. Да-да. Именно так. И дуплетик. Да ладно, как ты выжил это, маромойка? Иди отсюда. Курт, что это вообще было? Честно говоря, без понятия, Скотт. Они напали без предупреждения. Почему ты не телепортировался? Я пытался, но что-то мне помешало. Разве Саблезубый не сидит в той морской тюрьме? Да, ты прав. Тогда кто это был? Взгляните на метку у него на руке. Я уже видел такие. Это метка зловещего. Значит, это клон. Отлично. Так, значит, это клон, да? А кто у нас делает клонов? Кто у нас делает клонов по сюжету? Ну, Мираж, но она не может делать чисто клона. Она должна быть этим клоном. Интересно. Так, кто у нас тут? Кэти Прайд, да? 50 карточек. В бой. Похоже, зловещий снова занялся клонированием. Но что они искали? Нам бы не помешала помощь профессора и Церебро. Ты же знаешь, что мы сейчас не можем с ними связаться. Но, возможно, кто-нибудь из местных сможет нам помочь. Это мне дали местных, да? Слушай, враг 10 тысяч мощей имеет. Ну, то есть у нас тут вот этот норм. Этот слабоват. Циклоп слабоват. То есть за счет одного Доктора Стрэнджа мы только сможем здесь пройти, потому что против 10-тысячных мощей мои, сколько там, 67 тысяч, в принципе, здесь справятся. Надеюсь, по крайней мере, на это. 50 карточек на Китти Прайд, ну, лишними уж точно не будет. Люди Икс? Кажется, тебе не помешает помощь, гердоктор. Гердоктор, они что, немцы, что ли? По крайней мере, так говорят, как немцы. А тот француз вообще вот этот, он Минами, Минамур, Уи и тому подобное.
Циклоп. А что циклоп делает вот это вот? Я не могу понять. Надо почитать, что у него за способность. Что она делает? Не пойму я. На, нафиг. Ну слабый, не прокачанный, ни шиша. Ну что, доктор Стрэндж, твоя очередь, давай бомби. Ну я про это и говорил, ребят. Дубль? А кто нам сделал двойника, а? Так, негатив. Таскмастер. Ну, поехали. Ну, змеи-то здесь могли какому-нибудь посильнее дать. Чё он такой ватник-то? Так, замедление. Ну, чё? Давай, наверное, так сделаем. Какой протаранил их на тачке. Добьешь таскмастера, нет? Какой там добьешь ты? Ну, змей добил, молодец, красавчик. Так, крапленная карта наносит всем 130% проникающего урона. Ну, влупи. Давай-ка я вот этого кингпина вольну. Да. Потому что он сейчас будет иначе, ребята, армию вызывать свою. Солдатиков этих. Не хотелось бы мне с ними бороться. Негатив, кстати, тоже вызывает вспомогаловку. Ну что, добьем, наверное? Ну, ночной змей красавчик. От одного к другому летает. Давай, 90% урона. Негатив, ну ты же труп. Значит, этот мистер зловещий создает клонов и приказывает им атаковать вас. Я? С ним такое случается, однако мы уже давно ничего о нем не слышали. Почему вы не попросили помощи у Чарльза? Почему обратились ко мне? Профессор сейчас недоступен. В настоящее время мы не можем полагаться на него или Церебро. В таком случае я помогу, чем смогу. Вот и помогай, чем сможешь. А мы с тобой на 3 звезды и получаем Китти Прайд. 50 карточек. Мне вот интересно, а следующий этап сможем осилить? Или нет? Лучше бы они в этих событиях давали бы нам осколки на новых персонажей. Так, на зверю 10 тысяч мощей. Тут, по-моему, у всех будет 10 тысяч мощей. А, и тут по зацикленности, да, идет? Там уже 20 тысяч мощей, окей. И если верить моему заклинанию прорицания, мы должны быть недалеко от того места, где появился ваш клон. Так, значит, 37-й потерпел неудачу. Неважно. Хозяин все равно получит то, что хочет. А, похоже, это и правда то самое место. А команду мне все-таки все время эту дают. Слушай, давай, наверное, хоть кого-нибудь прокачаем чуть-чуть. Или циклопа, или... Кого-то можно еще качнуть. Ну, хоть как-то, чтобы посильнее был урон. Или этот картежник. Сейчас посмотрим, на кого у нас вообще есть возможность. А, тут еще, кстати, наверняка кто-то может прапаться у нас. Опа. Смотри-ка, у нас может ведьма улучшиться. Слушай, ну категория 13 получила шмоток. А вот этого не хватило. Ну ладно. Кто там? Ага, смотри, бишоп. Друзья мои, бишоп получает новый ранг. Уже хорошо.
Блин, ей бы, конечно, повысить категорию. О, Колсон. Мало того, что он еще прокачивается у нас. Какой там у него категория 6? Слабоват, конечно, но тем не менее. Еще и в ранге он. Еще и в ранге он повышается. Блин, на Кариса надо качать. Такс, не вижу я. Вот он, Гамбит. Блин, ну тут это я потрачу лучше тогда на Халка. Лево, блин. Потратил, блин, на Халка. Я все забываю, блин, постоянно про это. А что, вроде столько получали, блин, осколков, ребята, и прокачали только агента Колсона, и все. Ну, будешь? Как всегда, чего-нибудь не хватит. Чего не хватает? Понятно. Сейчас будем искать. Ну, там ранг маленький, ребят. Пятая категория всего лишь. Пятая. Адское скольжение. Третьего уровня, да? Адское скольжение. А кто там у нас еще? А, у него, подожди секунду. Тут еще этапы закончились. Сейчас это заберу тут. Так, ежедневка какая-то. А, 10 миссий, компания, понял. Так, рейды. Угу. Тут понятно. Че, в налетах-то? Нет, это я не буду. Пока не... этого не надо. Так, достижения. Ну что, попробуем давай сделать. 28 дней, да, будет. В бой. Так, ну это мы уже читали. А, у нас же еще фотон есть. Ну, поздняк. Опять же, ребята, все усилия здесь на кого? Именно на Доктора Стрэнджа. Да что такое-то? Че, горло. На Доктора Стрэнджа опять, ребята, все у нас. Как говорится, вся надежда на него возлагается. Ты не Эмма Фрост, еще один клон. Благодаря моему хозяину я куда совершеннее своего прототипа. Узрите мою силу. 5 бойцов, то есть это все бойцы. А это что за костюм? Кто это такой? Киллмонжер? А, это Немор. Костюм Немора новый. Давай-ка, наверное... А, толстяк взял на себя провокацию. Стрэндж, ты мне нужен. Гамбит. Ну, ты видишь, что они блокируют мой урон, потому что, ребят, никакого не могу ничего нанести даже.
что он там моему Фрост делает? Это понятно, свою. Давай на тачке их бомбить. Кровотечение повесили. Есть. Самурай и толстяк сдох. Немар отдуплился. У МФРОС тоже, ребят, какой-то костюм интересный. Непонятный. Но засыха сейчас получит, я тебе точно говорю. Слушай, она не такая простая. С глазами зелеными еще. Посмотри на нее. На, цепью. Да ты же промахнешься, ты. У тебя ничего нету. Вот, давай, циклоп. Вы сейчас вот серьезно вот это все, блин? Че за... чурл, который подбить нельзя? Ну давай, Стрэндж. Конец-то. Она была гораздо сильнее Эммы. Может, зловещий снова взялся за попытки создания суперклонов? Может, поэтому они на меня напали, чтобы похитить мою кровь? Логично. Но я не совсем понимаю, как он их контролирует. Эмма и даже ее клоны слишком сильны, чтобы ею управлял кто-то вроде зловещего. Даже если это клон. Ты видел ее глаза? Похоже на управление разумом, которое использовал Ультимус во время вторжения. Хочешь сказать, мистеру зловещему как-то удалось заполучить технологию Ультимуса? Звучит не очень. Кто такой зловещий? Что-то никак не могу понять. Какой еще, блин, зловещий? Дораму? Ну, Дораму, это же не зловещий. Может быть, это кто-то новый? Ну-ка, сейчас посмотрим из неоткрытых персонажей. Из неоткрытых персонажей есть какой-то там зловещий? Просто самому интересно. Зловещий, ну-ка. Так, черный, а? Архангел, Халк, Капитан Америка, Ультимус, Ящер, Могучий Тор, Дораму, Санспот, Ночной Змей, Супер... Нет тут никакого зловещего. Так, Фантом. Фантом Икс. Я не вижу, ребята. Дедлок, Валькирия. Я без понятия, что за зловещий. Если честно. Что за ушлепок такой зловещий? Так, что у нас там не хватает? Подожди, я хотел кого? Тебе что ли перевести или кого? Или тебя? Ага. Сейчас попробуем найти тут. Специально, что ли, так делает? Вот специально же делает, а? Семьдесят восемь, блин. Все, отлично. Отлично, отлично. Так, друзья. Улучшаем. Перетип матрицы. Улучшаем. Ай, красота. Ну давай, 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 стоит там. Сопли жует.
Интересно, хватит прокачать-то? Ну? Так, улучшаем. Улучшаем и улучшаем. Ай, красота. Вот так вот. Идеально, да? Так, ну а я пошел дальше пытаться, друзья. Так, ежедневки еще тут две выполнили. Так, и здесь. Сейчас сделаем вклад. Технологии Старка. Пока все. Так, ежедневочку заберу. Так вот. Блин, мне еще вот этого, ребята, Крейвена, и все, ребят. И мы с вами его откроем. Но... Ну да, слушай, когда ты открываешь, все-таки большая вероятность того, что тебе из всяких сундучков выпадут на него осколки, чем когда он у тебя не открытый. Так, ну что, ребят, пробуем. Должно быть, это одна из лабораторий зловещего. Давайте поищем что-нибудь, что поможет нам узнать, где он. Ну, такой командой я долго тут не провоюю. На одном Стрэндже все у меня держится, это знаешь как... Жить в надувном шарике. Вот кто вот это такой? Это костюм, может, Немора? Или кого? Или... Не знаю. Незваные гости, хорошо, что для извлечения вашей ДНК вас не нужно брать живьем. А не подавишься, браток? М? Тогда минушку. Блин. Смотри, у них действительно у всех здесь зеленые глаза. Крит урон 0. Да мы с собой домино хотим. Ну-ка, давай, Стрэндж. А, провокация стоит там. Ну, минус двоечка отлично уже, ребята. Я так понимаю, что эта швабруха тоже сейчас отдуплится от кровотечения. Да? И вот их стало двое. И вот их стало двое. Нате вам. 666. Видел? Урон. Оборзел, что ли? Хмырь. Добьем? Давай, добивай, пожалуйста. Ну ты добьешь точно. Да он тоже ватник, он, ребята, даже не... Он даже урона не нанес нам существенного. Ну что ты вскочил, бей. Стрэндж, добьешь? Спасибо. Не понимаю, для чего нужны все эти машины. Нам понадобится помощь специалиста. Циклоп, вызывая Фоджа. Фодж, Фордж, прием. Слышу тебя, Циклоп, что такое? Как можно скорее доберись до моих координат. Мы хотим раскрыть тайну, и нам очень нужна твоя помощь. Я буду у тебя, как только смогу. Фордж, Фордж. Ну, по идее, это кузнец. Фордж, Фордж. Ладно. Так, ну что, если, я так понимаю, ребята, он прибудет к нам, то в следующей битве он нам, по идее, должен помогать. Фордж, Фордж. Да, на Мэджик, слушай, это 50, она сразу апнется, ребята. Ты правильно сделал, что связался со мной. Все это уже похоже на смесь технологии Ультимуса с какой-то необычной технологией клонирования.
По правде говоря, я удивлен, что это работает. Ума не приложу, как зловещий мог создать нечто подобное. А что она делает? Не уверен, но думаю, что это прототипы. Они повышают силу гена X-уклона. А вот это устройство напоминает преобразователь Ультимуса, но несколько модифицированный. А еще я узнал кое-что полезное. Координаты и на нескольких активных клонов. Похоже, пора поработать. Монами. Что-то нам не дали форжа, кузнеца, блин, в нашу команду, к сожалению. Я уже губки раскатал, думал, сейчас будут у нас все. Вся эта шестерка. Или как, пятерка, блин. Мистических людей Икс. Не дали. Это Фордж, гениальный мутант-изобретатель, чьи способности позволяют ему создавать потрясающие механизмы и понимать любые технологии, с которыми он сталкивается. Как и все экстремальные люди Икс, лучше всего он проявляет себя в рейдах. Форд обеспечивает союзников людей Икс мощным лечением, положительными эффектами и готовностью. В рейдах он также возрождает союзников из экстремальных людей Икс. Так, значит, Форж — это лекарь здесь. А я думал, как же так без лекаря-то они? Нет, есть тут медик. Ну, и это вот, это я понимаю, ребята. Бомбанул так бомбанул, блин. Сразу два. Сдуло, блин. Блин, клон, ну ты тут вообще не в тему. Множитель, то есть. Плодиться, плодиться. Ну-ка, давай, Стрэнджев, сноси их нафиг. Вот и все. Ха, спасибо за помощь. Бобби, ты-то что здесь делаешь? Проверяю зацепку о профессоре. Да? И как, узнал что-нибудь? Нет, похоже, это была ловушка, которую устроили эти парни. А возвращайся домой и доложи обо всем. Скажи, что нам надо отметить все одинаковые операции, отменить все одинаковые операции, пока мы не остановим зловещего. Угу. То есть они все операции, то есть, ну, как бы, команда спасателей, блин. Отменяем все операции, пока не сделаем основную цель. Ну, в принципе, имеет место быть. Слушай, ну Фордж хорош. Медик, плюс готовность делает, плюс возрождает людей Икс. Главное, чтобы он не сдох первым. Тогда будет все окей. Good and так, друзья. Похоже, вам не помешала бы помощь. Логан, смотри, это же ночной змей. Да с такой знаменитостью мы их под орех разделаем. Уэйд, заткнись и сражайся. Под орех они нас уделают. Я вам сейчас, блин, трусы на голову надену. Они мне тут выпендриваются. Сейчас, друзья мои, сейчас я ему тут устрою, блин, карнавальную ночку. Будут знать, почем фунт лиха? Это еще кто? Мэджик, Мэджик. А, это у него костюм такой, что ли? Ну, Мэджик, ребят, который вселяется и перевоплощается, короче, одним словом. По идее, если бы мне дали моего Росомаху, мы бы уже порвались с Дэдпулом. Но тут, походу, дела они какие-то ослабленные. Блин, тут с провокацией стоит. А что-то они все получили провокацию. Ну-ка. Танцовщица, ну ты лезешь-то тут со своими танцами, шманцами, зажиманцами. Бросай бомбочку туда. Так, Прайд, ты сейчас да выпендриваешься, а? Так, ну вначале нам нужно вот эту вот Кикимору вальнуть. С ее тут супер-пупер танцами, так скажем.
А теперь и Прайд. Собака с уклонением со своими тут. Чё циклоп-то как-то вообще там вжахивает-то по чуткаре. Она запарила уже уклонение свое тут влеплять. Сейчас дракон будет жарить. Всыпь ты ей, блин. Запарила, а. Ну? Ну неужели... Давай, Росомаха. Слушай, она действительно уже достала. На! Молодец. Логан, как идут дела с твоей миссией? На нас напала куча клонов, о которых ты нас предупреждал. По зловещему ли профессору у меня никаких зацепок. Думаешь, это как-то связано? Не уверен. По времени все очень сходится, но продолжайте поиски. Дайте знать, если что-то выясните. Дайте знать, если что-то выясните. Так, псайлок, 50 карточек. Псайлок мне как раз нужна была. Нужна была до того, как... мы не получали некоторых персонажей. Сейчас она мне уже в плане апгрейда не нужна. Так. Сколько там дают? 50? То есть она тоже, ребята, прокачается, если мы выиграем. Осторожней, кажется, с маячками на ближайших клонах что-то не так. Что на ближайших клонах с маячками не так? Опять, что там произошло? Что, блин, случилось? Ну, давай посмотрим. Шо, а что-то может быть не так? Мы искали вас, мистер Вагнер. Хозяин хочет получить образец вашего гена Икса для своей коллекции. Ребята, их всего трое. Но что-то здесь не то. Не может быть. Почему она такая быстрая? Так, мне бы, чтобы Стрэндж... Давай, Стрэнджик. Так, на этой кровотечении висит? Висит. А ну-ка. Двоих сразу, пожалуйста. Спасибо. Думаю, мы только что увидели попытку создать гибрид. Совместить клон Псайлок со скоростью ртути. Плохо дело. Лесамис зловещий все ближе к идеальной формуле клонов. Похоже на то. Но тем не менее, ребята, мы с вами их разбираем. И как минимум уже два бойца у нас готовы получить новый ранг, новую звезду. Да? Так, с вашего позволения я зайду, ребята, гляну там. Так, почта. Скоро зарплата. Собери команду из лучших наемников, чтобы раздобыть кучу золота в ходе этого однодневного события. 5 наемников. Требования к звездному рангу. Ага. Скоро зарплата. Такое название. Ну, наемников... Фиг знает, у меня наемников-то, по-моему, и нету. Нормальных, прокачанных. Так, шторм. Первый, да? Окей, 5 звезд она уже имеет. Так, и, по-моему, кто? Зверь? А, колос. Ну, колос всего 4 звезды имеет. А, Мэджик же еще.
Мэджик тоже получает четвертую звезду. А зверь? Нет, все, тут дальше тишина. Так, ну что? Дальше идем, ребят. Попробуем, я не знаю, получится добить у нас, не получится сегодня. Что? Подожди, а почему? Зашибись, эбеновый гром. И картинка, знаешь, какая была? Вот это вот. Так, ну что ж, давай, поехали. 50 у нас на бишопа. Кажется, мы приближаемся к другой лаборатории. Будьте готовы ко всему. Вся команда здесь у меня держится за счет ночного змея и друзей мои этого, доктора Стрэнджа. Доктор Стрэндж здесь имба. Если бы его не было бы, мы бы тут до потери пульса бы ковырялись. Поверь мне. А так, так у нас все пока под контролем все получается. Ладно, признаю, мне надо было быть готовым ко всему. Я чувствую огромную силу, которая исходит от твоего клона, Скотт. Она просто зашкаливает. Постарайся не попадать под его лазерный луч. А где тут Скотт? Я не вижу, ребята, тут Скотта. Начнем с этого. Вот этого говнюка надо валить, друзья, иначе это будет... Он будет постоянно хилять. Ух. Давай дуплетиком. А, так тут их понял. Это не вся команда, ребят. Это только... Ну-ка, бомбочку. Еще двое будет, да? Ну бей ты, господи, там уже стоишь. Молодец. Должен уничтожить, хозяин приказывает. Прошу, остановите меня. Этот клон каким-то образом сопротивляется действию преобразователя. Это замедляет его. Остановим его, пока он на нас не напал. Это крепкий малый. Прям, блин, крепыш. Блокировка лечения. Прям в табло получил своей рукой. Ну все, добиваем. Думаю, я понял, почему он был таким сильным. Давайте откроем вон ту капсулу. Ах, голова. Санспот? Фордж, это клон? Не думаю. Машина каким-то образом заряжала его и позволяла твоему клону пользоваться этой энергией. Это все равно, что подключить мощную машину к водопроводу, если можно так сказать. Клон гиперсфокусировал энергию санспота, что делает его луч сверхзаряженным. Давайте проведем санспота в чувство. Его помощь пригодится нам на задании. И таким образом, друзья мои, мы с вами соберем полностью команду экстремальных людей X. Да? И будем драться, не знаю, со зловещим, наверное. Гляну на него, если, конечно, гляну. Еще не факт, что мы доберемся. Так-с. Ну-ка. Так, ледышка. Ага, ледышка. А последние два уровня ничего не дадут нам, да? Понятно. То есть это последний, где мы с тобой получаем персонажа. Как ты, Санспот?
Уже лучше. Не хотите объяснить, что здесь происходит? Мистер Зловещий опять делает клонов, но в этот раз он заполучит технологии, которых у него быть не должно. Если вы хотите его остановить, я в деле. Знал, что ты так ответишь. Добро пожаловать в команду. Нет, я все, ребята, понимаю. Но кто такой Санспот? Почему про него ни хрена не известно, блин? Кто-нибудь, ребята, видел его в мультиках, в комиксах этого Санспота, блин? Санспот переводится как солнечный пот. Что-то типа того. Солнечный свет. Нет, свет это лайт. Не знаю, что это пот. Так, это Санспот. Его способность позволяет ему поглощать энергию и увеличивать свою силу до невероятных уровней. Вместе с его товарищами из команды экстремальных людей X он отлично проявляет себя в рейдах вторжения. Санспот дает всем людям X энергию способностей и пассивно увеличивает урон всех экстремальных людей X. Оба эти эффекта усиливаются в рейдах. Его способность также накладывает россыпь отрицательных эффектов, а его мощная способность снимает со всех врагов один заряд готовности. Так, что-то тут дофига этих... Тихо! Блин, слепоту повесил, это плохо. Что, на всех, что ли? Ну, не на всех, но на многих. Угу. Санспот, ты же слепой, ты же не попадешь. Нет, попал. Удивительно. Сколько? Их 6? Раз, два, три, четыре, пять. Ну да. Осталось 2. Хорош, хорош, тупоголовый. Выеживается мне он тут еще. Ну-ка. То, что блокировка лечения, это хорошо, ребят. Как же хорошо. Дружище, теперь, когда ты с нами, зловещему не сдобровать. Я согласен. Я сузил круг поиска и узнал возможное местонахождение главной лаборатории зловещего. И куда нам? В Антарктиду. Ну это как это начинается уже, ребята. Как его там? Красный череп-то. Все, в Антарктиде, блин, прятался там. Так и этот тоже. Все в Антарктиде. Все злодеи живут в Антарктиде. Где еще могут, блин, находиться они? Так, ну что? 3 миссии у нас еще осталось. Так. Угу. Китти Прайд, ребята, получит 5-ю звезду. А это еще что такое? Это Курт, дикая земля. Мы не можем посадить самолет здесь, так что придется приземляться на снег или идти пешком. Почему? Последний раз, когда мы остановили самолет без присмотра, у нас возникли неприятности с местным тираннозавром. С кем? С тираннозавром, тебе же сказали. Змей, ты что, глухой, что ли? Не пойму. С местным тираннозавром в Антарктиде. Зашибись. Ладно. Надеюсь, его здесь не будет. Этого тираннозавра. Ты сказал с тираннозавром? Это трудно объяснить. Блин, 12! Вы серьезно, блин? О-оу. Что за фигня? Слушай, ну... Я еще раз повторяю, ребят, хорошо, что есть Доктор Стрэндж. А так бы, прикинь бы, сейчас они меня тут начали бы мутузить бы. Ну что же, Китти Прайд, я тебя поздравляю с, сколько там, с 5-й звездой.
Это мы ее, ребят, прокачаем. Сейчас вначале дойдем эту на волокиту. Так, ну здесь чисто бабло и ресурсы. Да у нас, кстати, и энергия закончится, между прочим. Почти пришли. А у нас гости? Вот он Фордж, вот он Ночной Змей, Санспот и Черная Кошка сюда же влезет. Сюда же лезет и Черная Кошка. Черная Кошка, принеси горошко. Так, мне надо будильник завести. Тен-тен-тен-тен-тен. Ну что там? Приготовься к смерти. Что за... Это не мутанты. Кажется, мистер Зловещий расширяет ассортимент. А это, ребята, не мутанты. Это уже немножко другая песня. Немножко, и даже это очень мягко сказано. Это мягко сказано, друзья мои. Псих-то, а? Ох ты! А это проблема! Это проблема, друзья мои. Ну что, Стрэндж, как-то нам надо выкручиваться с тобой. А вот сможем ли мы? Давай, Стрэнджик. Кого-нибудь вообще уронили там? Я что-то не вижу. По-моему, нас сейчас уронят. Да. Дело дрянь. Ты посмотри, как у нас медленно, ребята, идет. Потому что замедление, да, нас повесили. Ты не борзел ли, а? Вернет? Вернул циклопа, отлично. Ну, блин, ХП. Да ты заколебал уже, а? Короче, здесь я продул. Здесь я, ребятушки, продул. И энергии, к сожалению, больше нету, чтобы переиграть. Что же, прокачать немножко Доктора Стрэнджа и всех остальных, и можно будет 28 дней все равно это будет длиться событие. Я думаю, что... А нет, энергия есть, ребята. Подождите, дай-ка я гляну на Доктора Стрэнджа. Могу ли я его там немножко хоть вкачать, так хоть чуть-чуть, блин. Где он у нас? Доктор Стрэндж, вот он. Блин, ну тут понятно, тут.
Как всегда, нужно куча всего, блин. Естественно, мимо. Да ладно, блин, вы издеваетесь. Ну и все, понятно, короче. Просто взяли мне, запороли все. Блюдки, а. Ладно, доктор Стрэндж, что... Кто у нас там еще? Помимо доктора Стрэнджа присутствует. Там помимо доктора Стрэнджа еще циклоп, да? Циклоп, ребята, присутствует. Там присутствует циклоп. Слушай, а мы же можем здесь посмотреть? Она должна же уже здесь быть, зловещая. Или как она там? Невероятные, неодолимые люди Икс. Экстремальные люди Икс. Что делает вот это ко мне? Игнорирует скрытность, накладывает провокацию на два непризванных врагов с наибольшим потерями здоровья, которые не являются основной целью. Шанс 50%, приказывают членам союзнику атаковать того из них, кто имеет меньше всего здоровья. Наносимый урон увеличивается на 10% за каждый заряд готовности. А-а-а, вот оно что. А вот это что дает? В начале хода персонажам и союзникам Люди Икс дает 2 заряда готовности. Максимально 20 зарядов. Максимально 20 зарядов, не кисло. 44 уровень, блин, да был бы толк от этого уровня, ребят. Ладно, фиг с ним. Подкрутил там свои шарики, винтики. А, у нас еще и вот этого нету. Иза. Это, кстати, тоже, ребята, немаловажная вещь. Хоть немножко силы подкачивает, но и вообще. Так, что там Джарвис посоветует? Налетчик. Ну вот, дает 5% и нормально. Как по мне. Синергия команды. Вот так вот. Окей. Так, ну этому мы уже ничего не найдем, ребят. Хотя, ты знаешь, мы можем с тобой вскрывать припасы наши. И в припасах, может быть, что-нибудь и выпадет. Но с этого припаса-то явно ничего не выпадет. А, хотя, может, и ребята здесь. Так, пустельга. Понятно. Кристалл. Что там по припасам? А, ну понятно, пустельга у нас полностью. Так, а что здесь? Какую-то сферу мы с тобой вытянули одну. Ага, гарантированно, ну давай. Так, подожди, какие там нужны? Нам нужны вот эти, да? Люди Икс. Они же мутанты. И вот здесь у нас очень много сфер, друзья мои. Кстати, здесь, может быть, выпадет и нахалка. Там нужно же, по-моему, нам две, да? Две сферы не хватало. Может быть, выпасть. Вот они, по-моему, вот эти сферы мне и нужны были.
Могу ошибиться. Так, 150. Ну, нормально так сейчас. Обычно вот эти вот уникальные, это идут уже, ребят, на повышенный уровень. Ну, 150 сфер. Сейчас даже нормально так навыпадать нам. Слушай, хорошо, хорошо выпало. Так, и два последних, это у нас синие, да? Сейчас посмотрим, друзья, на Халка. Сейчас, секунду, здесь гляну. Так, где у нас там Халк родной наш? Хватит тебе на прокачку? Так, а у Гамбита тоже, что ли, здесь можно? Давай объединим. А вот это что дает? При появлении дает готовность зарядов 2. Вот, кстати, это дает готовность. Для циклопщин наяривает. Наваливает. То есть нормально так должно быть. Все. Да ладно, блин. Ну вы серьезно, блин? Ну 21 не хватает. Стрэндж молчит. Да. Зато этот он на улучшение пошел. Категория 11. Нормально. Шокер получает тоже категорию 11. Так, подожди, я же говорил, что кто-то у нас... А, Китти Прайд, по-моему, у нас... Получила же... Я же ее не апал или апал? По-моему, ее и уже апнул, нет разве? Почему ты не апаешься, а, гадюташ? Так, сколько у нас там? У нас все потрачено и за это, да? Ну, я не знаю, можно еще разочек, ребят, попробовать, но мне кажется, шансов там. Причем самое удивительное, ребята, что вот тех бойцов, которых нам дают, они идут по умолчанию. То есть то, что они такие слабенькие, это не моя вина. Я имею в виду именно вот, если мы берем с тобой из расчета. Вот смотри, 11, 12, в принципе, они как бы не особо сильные. Но вот этот вот гаденыш, это... Вот, то, что... Ну, вот наши команды, да? Что мне дают ночного змея? А, ну тут, в принципе... Блин, а чё же я... Эдди и Марвел, да? Эдди и Марвел, ребят, сейчас, секундочку. Сейчас, 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 подожди. Эдди... Так, он где-то... Вот Эдди. Блин. Хорошо, а мисс Марвел? А вот, кстати, и Китти Прайд нашлась сразу же, блин.
Так, ну здесь я ее не вижу. Фотон. Блин, а где же она? Вот она, да? На это мертвом припарке. А это тоже особо ничего не даст нам. Ну что, будем знать, что надо прокачивать эту мисс Марвел, блин, и Эдди. Чтобы хоть как-то здесь противостоять им. Вот они дают мне здесь ночного змея, да? Они дают мне здесь довольно хорошую команду. Но вот этот вот робот, который со своей массовой атакой. Во-первых, этот ящер бомбит, он сразу же блокирует лечение. То есть мы не можем с тобой захиляться. Плюс он на себя берет провокацию. Плюс у них этот, блин, октопус, блин, доктор, блин, который тоже, ребята, делает, блин, регенерацию, блин, ХП. Хотя 11 тысяч, 10 тысяч, 11 тысяч мощей, это, ребята, ни о чем, на самом деле. Вообще ни о чем. Вот его никак не звалить, но он ходит первым, блин, гаденыш. Что это такое? Ну вот, 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 начинается вот этот идиотизм вонный, блин. И этот, блин, псих на вырезку пошел. А почему? Они здесь мне не дали этого. Точно, ребята. Дурачок, а? Все, сейчас. Все, я отдупился сразу тут. Стрэндж, давай. Этот-то сдохнет, блин, или нет, блин? Псих этот ящер, блин. Крейвен тоже, блин, псих. Видишь, блокировку лечения сделал. Все, пошел, пошел, пошел. Кровотечение понавесил, блин. Сейчас. Взялся, блин, да? Утырок. Не могу. Кровотечение повесил. Блокировку, блокировку, ребята, лечение. Слушай, запарил этот, блин, стрелять на автомате. Я специально, ребят, не стал сейчас тратить лечение. Блин, он опять заблокировал мне лечение. Ублюдок. Это чему, ребята, блокируют лечение? Ты да запарил ты уже, тварь, блин, а?
Я не знаю, кого тут бомбить лучше. Всех, блин, сопротивляемость, у всех, блин, пофиг им на все. Может быть, надо было гоблина, блин, валить в первую очередь. Он блокирует лечение, ребят. И сам лечится каждый раз, блин. Тварь. Да кого ты, блин? Короче, я проиграл здесь опять. Чертов ублюдок, блин. Что он тогда начинал, блин? Короче, надо его, ребят, сносить в первую очередь. Хотя бы потому, что он просто блокирует лечение. Именно этот гандон, блин, блокирует лечение, ребят. Мы бы так бы хотя бы хилялись, блин. А так мы вообще не можем. Просто он просто нас запинывает и все. Стрэндж же пинает, блин, даже ничего не может сделать, блин. Не хильнуться, ничего, блин. Фотон, блин. Была бы еще фотон бы у меня прокачана, хотя бы чуть-чуть бы. Да пропускаем мы это все. Так. Вот так, может быть, расставить. Да. Не, ну фотон бы, наверное, была бы, наверное, поинтереснее, чем у мисс Марвел, если честно. У нее там удары какие-то дешманские у Марвела в этой. Вот у той, да, у той крутые. Она и лекарь этот. Почему мне здесь не дали лекаря вот этого Форджа? Почему Форджа мне не дали здесь? Я вот этого не могу никак понять, блин. Работаем, блин, здесь без кузнеца. Зашибись. Ну и что ты вскочила? Давай сюда. Ну до этого гаденыша блокирует, по-моему, мне кажется. Как вот его только убрать, снести, вот тоже вопрос. Это сейчас начнет вырезать. Как ты мне дорог, он провокацию же еще в... нет? А этот запретный, запретный хил было. Ну, доктор Стрэндж, давай. Вопрос, можно, как вот этот вот чмо выжил-то, блин? Так, ребят, может быть, все-таки получится. Главное, чтобы этот массу не сделал. Как ты мне, сволочь, дурак, а? О! Блин. Запоздалые бомбочки. Ну ладно, фиг с тобой. Псих, а? Добьет же, да? Конечно, добьет. Ну как ты, гоблин, это не мог, блин, ну... Сейчас будет блокировать лечение мне. Разве не он блокировал лечение? Еще не легче. Кого хоть вернуть? Ну почему Эдди-то, блин?
Ну он же ватник, ребят, ну. Этому лечение запретили делать, да? Так, мало того, что, блин, лечение, ребята, мы, блин, у него защита от смерти. Кто им дает защиту от смерти? Кто запрещает мне лечиться? Так все, блин, начиналось хорошо, и так все дерьмовски закончилось, блин. Сдохнет, сдох. Так, теперь мне от этого говнюка надо вальнуть, ребят. Да и этого тоже надо как-то бомбить. Ну, наверное, вот этого в первую очередь все-таки. Или этого. У этого, наверное. Ну, он взял и выжил. То он по 9 тысяч бомбит, тут он теперь 18 влупил. Ну тут просто шкалу убрали, да? У него хил, блин, висит этот вечный, ты понимаешь? Дайте мне, блин, способность мою. Он достанет, а? У тебя нет такого ощущения, что они охренели? Они ходят, блин, по 3 раза за раз, блин. Почему мои способности, блин? Я не понимаю, ребята, блин, почему мои способности никак не... Мне же пердак горит от этого, блин. Мне не дают, блин, мою способность вот этот ураган, блин, применить, блин. Почему, блин, тварь, блин? Да понятно все, блин. Этот Эдди дебила кусок, блин. Он ничего не делает толком. Просто ничего не делает. Его запрет на хил, он не срабатывает, понимаешь? Он до того слабый, что он просто не срабатывает, ребят. Они как начинают эти свои массовые атаки делать, все, хоть стой, хоть падай, блин. Что один придурок, что второй придурок. Гоблин-то просто бесявое хмырье. Серьезно тебе говорю. Просто бесявое дерьмо, блин. Вообще, видишь, он даже ничего не заблокировал, ребят. Просто ничего не заблокировал. Зато они блокируют, охренеть как, блин, все. Вот он, блин, свою регенерацию лепит, блин. Горбатый, блин. Псих недоразвитый, а. Да все, тут вообще, ребята, я даже не успел ничего воспользоваться. Куда ты, тварь, лезешь-то, а? Ну куда ты лезешь, блин? Уйди нахрен, а? Доктор Стрэндж, ну давай, я не знаю. Опять будешь сейчас свои эти разбрасывать?
Ну дайте мне, блин, вольнуть этих дебилов, блин. Понятно. Это регенерацию отхиливается. Ты что, провокацию на себя взяла, а? Бля, не хватает просто... Я не знаю, что не хватает. Да всего не хватает. Давай нормально ухом-то рисани. Ну вот это, ребята, уже просто издевательство. Что твой? Ой, он регенерацию повесил. Ну вообще все. Все, доигрался, чепушило. Нахрен этого придурка, блин, воскрешает, блин, Эдди, дебила, блин. Не-не, короче, ребят, это бесполезно. Это просто бесполезно уже. Все. Это надо тех раскачивать, ну, хотя бы хоть маленько, ребят. Хоть, чтобы какой-то был топ. Ну, он, Стрэндж один, ну, не вытягивает, ребят. Хотя, если честно, я немножко в шоке. Эти дебилы имеют 11 тысяч мощей, Стрэндж... Имеет, я там уже не помню сколько. И он не может справиться с ними. Да. Гоблин, этот кусок дерьма еще тут. Да он даже не может этого забомбить. Он отнимает две полоски, блин. Все. Ничего сделать он не может, придурочный. Да давайте уже убивайте, блин, там, я не знаю. В следующий раз я завалю их нахрен всех, блин. Долбоебов этих. Почикаю просто, блин. Я говорю, вместо вот этой вот Марвел шмары, я бы лучше бы взял бы Фотон, если честно. Но Фотон у меня не прокачан вообще никак. Фотон у меня вообще никак не прокачан, ребят. Поэтому ее брать в команду, ну, вообще нет смысла. Вон, смотри, она. Ну. Что ты от нее хочешь? Категория у нее четвертая. Но у нее, извини меня, снимает два положительных эффекта. Накладывает замедляху. Ослабление атаки вешает. И при появлении еще дает 2 заряда готовности. Согласись, это лучше, чем, блин, чертова Марвел это. Вот, ее надо, да, ее можно было бы, ребят, как бы сказать, прокачать. Я, наверное, так и буду, в следующий раз буду в нее вкладывать. Лучше Фотон, чем это Марвел беспонтовая. Просто беспонтовая. Просто, ребят, беспонтовые. Стрэндж имеет категорию 12. У него уровень 67. Мощей 64. У тех 11-12. И он всасывает по полной программе. Ну, нормально, ребят? Просто его ухоркивают шайка, блин, бомжей, так скажем. Просто испепеляет. Ладно, друзья мои, давайте на сегодня будем заканчивать. И так долго уже играем. Обязательно продолжим. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.